Лидер шестой группы сборной Испании предпоследнюю отборочную игру проводила в Словакии. Весь первый тайм гости разведывали путь к воротам Мольнера, который в этих исканиях порой становился настоящим радиомаяком. Неудачно вынесенный мяч аккуратно сориентировал на ворота Кико и Луис Энрике, однако Мольнер вовремя исправился. Испанцы постоянно держали мяч внизу, но до перерыва Мольнера так и не пробили. На второй минуте второго тайма испанский гол все же состоялся. Этому поспособствовала корректировка тактики. В обновленном виде она представляет собой фланговый проход Альфонса и его навес, замкнутый Кико над руками Мольнера, 0-1. Словаки задвигались, и счет сравняли. Шпилер на правой бровке задал атаке высокоскоростной тонус. Двое испанцев не попали по мячу, а Майорош замкнул штангу и побежал спасаться от собственной дерзости на трибуну. 1-1. Но уже через 120 секунд все стало на места. Передача в штрафную адресована Раулю, однако настоящим героем эпизода становится Гильермо Амор, просчитавший неуверенную игру Мольнера и мгновенно подставивший под отскок колено. 1-2. Закономерный исход при не слишком явном преимуществе испанцев.